Вот у нас сегодня завершается Black Sea Cup 2012. Мы его впервые провели не на косе, а впервые провели на пляже станицы Благовещенская. Условия здесь для проведения гонок нам понравились, по поводу фристайла будем еще думать. Гонки удались на 5 с плюсом. Первый раз мы попробовали применить эмпайров на дистанции. Первый раз мы пользовались с услугами судей международной категории. В первый раз мы постарались сделать быт на пляже для спортсменов максимально простым. У нас был завтрак, и мы не тратили время на то, чтобы перемещаться от кафе до наших кайтов. Также у нас был сразу после окончания гонок ланч. Оказалось, это очень удобно. Вроде бытовая мелочь, а по факту все остались чрезвычайно довольны. С ветром нам не то чтобы сильно повезло, но нормально. Смотрите, какое море красивое в этом году. Практически во всех гонках, кроме первого дня, использовались кайты максимальных размеров, но дуло где-то метров до 6-8. Ветер был как отжим, мы проверили, что гонщики нормально гоняются на отжиме. И также южак с накатом.